бойся нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12 бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, а огонь врага был страшен. Мы прорвались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я на танке поеду с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл, и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь копоть, от дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал, спасибо, хлопец, и рук товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. А только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.